Всех приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Демиртаж, это открытый район Алании. Тут продается вилла. Вилла 2 плюс 1 у моря. Расстояние от моего места до моря где-то 200 метров, но это первая линия. Это комплекс вилл, есть подземный переход, даже пирс есть там, как вы видите, песчаный пляж. Района Демиртаж. Расстояние до центра города где-то 20-23 километра по первой линии. Здесь в той стороне есть открытая парковка. Внизу есть бассейн, зеленая территория, зона барбекю. Вот за этими виллами есть парковочное место. Можете приехать и остановить машину. Не нужно подниматься по лесенкам. Но к морю придется спускаться по этим лесенкам, если пешком, обдумайте. Так, по запросу снимаю эту виллу. 2 плюс 1, двухуровневая. Проекту где-то 23-25 лет. Кухня. Бюджетный вариант. Сразу говорю цену. 150 тысяч евро. Вилла 2 плюс 1. Комплекс вилл. Собственно, бассейна нету, но если что, вы можете поставить там бассейн около надувной или что-то придумать. Тут тоже зона отдыха. Прямо выходите на зеленую территорию. Также отсюда вид на море. Глазами все видно вот так, как вы сейчас видите. Пирожочек. За хорошую цену. У моря вилл очень мало. Можно сказать, что по пальцам можно посчитать в Алании. Как раз вот такая вилла с двумя санузлами. Второй санузел наверху. Так. Поднимемся на второй этаж. Бассейн постоянно открыт, работает. Первая большая спальня. Тут балкончик с видом на море. Глазами видно так, даже крепость Алании видно. Вот, вот крепость Алании. Здесь санузел второй. И тут гостевую комнату сделали, но можно переделать снова в спальню. Квадратных метров здесь вместе с территорией 150-160, может быть. Своей территории маленькой. И также там крыша, но туда просто поднимается. Там, кажется, бочки солнечные. Показываю территорию. Айда 1500 лир. К морю есть путь с двух сторон. Можете отсюда спуститься. Тут лесенки. А также машины. Можете припарковаться к другим виллам и прийти к себе на виллу. А еще что там? Тихо, уютно. Интернациональный проект. Себе купил бы. Заранее говорю. Вот здесь дорожка, где-то здесь останавливайте, не надо подниматься лесенки. А также у них, собственно, парковка на этот, внутри комплекса. Сейчас остановлю, дойду. Тут видеонаблюдение, охрана, есть консьерж, зона барбекю. Не буду снимать людей здесь. Бассейн, вот общий бассейн, вилл
И парковочные места вот там. Собственная территория. Вот там домик охранника, консьержа. Здесь душевая часть. А также прямо у вилл подземный переход к песчаному пляжу. Вот он. Два входа на территорию вилл. Одна с этой стороны. Вот. И одна с той стороны. Вот подземный переход. А также вот там. Необычная вилла у моря. За 150 тысяч евро подходит под ВНЖ. Можно указать по новым правилам и получить вид на жительство по этой вилле. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Пишем комментарии, оцениваем эту виллу. Труд должен быть, как говорится, оправдан. Далеко приехал. Вот я. Всем пока-пока.